Сорт томата под названием «Мама Мия». Я зашла с другой стороны. Здесь удобнее просто его показать. Там один уже томатик начал краснеть. Томаты довольно-таки крупные. У меня их два куста. Великолепный крупноплодный томатик. Есть, конечно, не очень большие у него томатики, но то, что завязалось, то, что есть, где-то они грамм по 450, наверное, будут точно. Довольно-таки урожайные кустики. Очень я довольна этим томатом. Посмотрите, какая красота. И выше он завязывается тоже, этот томатик. Просто шикарный. Давно мечтала я получить этот томатик у себя в коллекцию. Вот такой сорт под названием «Мама Мия». Сорт томата под названием «Мама Мия». Вот такие крупные плоды. Он дает, есть, конечно, немножко и помелче плоды, но в основном плоды крупные. Этот сорт у меня рос на улице, в открытом грунте. Вообще, по вкусовым качествам он очень вкусный. Сейчас я вам взвешу, покажу, какой он крупный. И покажу, какой он на разрез. Это сорт, который я давно хотела получить в свою коллекцию. Наконец-то у меня есть, я его вырастила. Вот такой вот красавец. Сорт под названием «Мама Мия».